Доброе утро, дамы и господа, это анонс будущей серии видео о некрофилии, о некропервомаях, некроинтернационалах, некро-России и прочих некро, и некрофилах, и о том, что некрофилия – это в современной России большое зло, и надо об этом обязательно сказать и показать действительную сущность этих так называемых некрофилов, которые становятся все больше и больше. Изначально партия мертвых создавалась другой целью. Она была создана в 2010 году для того, чтобы защищать права умерших, чтобы некрофилы не раскапывали могилы, не глумились над телами умерших, чтобы не паразитировали на теме смерти и так далее. То есть совершенно с благородной целью эта партия создавалась. Потом возник некий, там, взявшийся ниоткуда, не совсем здоровый человек, судя по всему, и украл эту идею и наполнил ее совершенно другим смыслом. Вот это зло, большое зло, об этом мы и поговорим. Также мы поговорим о предыдущих темах, поднятых в других видео. Одно из интереснейших тем – это тема воли к власти и воли к истине. Я еще раз подробно остановлюсь на ней. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Вступайте в группу «Партия мертвых» Лены Хейдис. Доброго вам дня, всего хорошего. Не скучайте. И держитесь подальше от психически нездоровых людей. Они опасны.